для информации. Убийца! Убийца! Идемте, пройдемте. Откройте мне вход перед мной. Первое стыдно. Погоны свои помнишь? Я помню. Родину помнишь? Которую ты предал. Предали вы. Земляков своих предали. Горожан своих предали. Деньги, на которых хотят отмыть здесь просто. Заработать. Как вам не казалось? Вы рады приему? Мы подбираем перестолки. Убираем новый порядок, блядь. А сюда вы хотите вести войска, блядь? Почему вы не в парламенте? Сегодня сессия. А какая была вообще цель? Наши избиратели это два избитых. Увидят людей, которых избили, которых вы избили. Вы знаете, что я СБУ задержала шпионку? Да вот я бы хотел ее увидеть. Мне кажется, это чушь полная. Не, она сама подтверждает. И она из Москвы, она из организации «Молодая гвардия». Она стреляла здесь, в городе Николаеве. Это подтвержденная уже информация. Вас так встречают везде. Запомни, что такое Николаев. Вы знаете, когда независимость получила Украина? Когда Украина стала независимой? Я знаю, когда она потеряла. Вы знаете, когда была принята Конституция Украины? Что, учитель истории или что? Нет, я вопросы задаю. А вы кто? Вон из Николаева! 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 Вон из Украины! Вокзал России! Да вот с вас спрашивать буду. Конечно. Очень мне интересно ваше мнение. Как двигаться? Не надо быть смелым, чтобы работать на власть. Можно бить кого угодно, и тебе ничего не будет. И власть будет покрывать. Вы думаете, что вы герои, вы предатель. Вы предатель, черот, вонючий, вот такой. Мы в Кремле ездим за консультациями. А ты туда наведываешь. Царёв на колени! Царёв на колени! Царёв на колени! Царёв на